Ребят, всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами очень простыми способами, с помощью которых можно быстро решить такие проблемы, как фолликулярный кератоз, гусиная кожа и красные точки на ногах и на руках. Ну, во-первых, нужно регулярно принимать ванну с добавлением морской соли. И нужно взять примерно килограмм соли и растворить ее в ванне с теплой водой. И учтите, что вода не должна быть ни горячей, ни холодной. То есть ее температура должна быть в пределах 36-38 градусов, то есть не выше температуры нашего тела. И принимать такую ванну нужно примерно 10-15 минут. А во-вторых, чтобы избавиться от кератоза и красных точек, которые появляются после эпиляции, необходимо каждый день пользоваться кремом с мочевиной. У меня в ходу вот такой вот бальзам от Dr. Biocon. И здесь мочевина стоит на первых позициях в составе. А вообще оптимальная концентрация мочевины должна составлять от 15 до 25%. То есть чем грубее и запущеннее кожа, тем больше процент мочевины должен быть в составе крема. И третье средство, которое помогает избавиться от кератоза и гусиной кожи, а также красных точек на коже, это энзимная пудра или пилинг-скатка. У меня вот такой вот пилинг-скатка от Secret K. Только учтите, что скраб или жесткая щетка для этих целей совершенно не подходит. Скрабом и жесткой щеткой ни в коем случае пользоваться нельзя, так как это приведет к тому, что организм начнет с еще большей скоростью наращивать все новые и новые слои кожи. Поэтому от скраба и щетки кожа будет становиться еще более грубой и бугристой. К тому же жесткие средства провоцируют раздражение на коже. И на месте 10 красных точек обязательно появятся все 30. Так что отшелушивание должно быть максимально нежным и максимально щадящим для кожи. И как видите, все перечисленные средства довольно доступные. К маркам привязываться не нужно. То есть вы можете купить абсолютно любой крем с мочевиной, абсолютно любую пилинг-скатку. Ну а морская соль есть в любом супермаркете. Так что если регулярно пользоваться хотя бы одним из перечисленных средств, а еще лучше применять и ванну с солью, и отшелушивать кожу скатками, и каждый день пользоваться кремом с мочевиной, то это поможет быстро решить проблему с кожей. А после этого будет очень просто поддерживать кожу в хорошем состоянии и предупреждать появление гусиной кожи и красных точек. Надеюсь, вам понравилось и было полезно это видео. Если это так, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если вы до сих пор не подписаны. И до встречи в новых видео. Пока-пока!